Стив Лукин приехал в родильный дом, чтобы передать фрукты своей племяннице. Пожалуйста, успокойтесь. Да нечего меня успокаивать! Ну ничего, я вас всех выведу на чистую воду. Верните моего ребенка! Понимаете, я купил его! У меня есть договор! Она выписалась уже часа два назад. Ну ничего, жена придет. Она, между прочим, уже 4 часа ждет меня, ребенка и его мать. Понимаете вы это? То есть как выписалась? А где же она? Откуда мне знать? Да. Извините, можно на секундочку? Дело в том, что я частный детектив, Лукин Игорь Петрович. Я слышал, вы кого-то разыскиваете, я могу вам помочь. Вы знаете, одну секундочку, я предлагаю прям сразу проехать ко мне в офис. Ну, сперва я передачку племяннице передам. Нина, они украли нашего ребенка. Да. Все началось около года назад. Мы с Ниной, ну это жена моя, наняли бригаду для ремонта на даче. И там работала малярша Аня Агеева. Ну понимаете, 18 лет, русская красавица. Ну я... Понимаю, догадываюсь. Ну забеременела она. Я жене все рассказал, она у меня женщина святая, грех простила. Вот. Ну я же ее как себя знаю, понимаете, 15 лет вместе прожили. Да и к тому же детей у нас нету. Она готова была воспитывать моего, на того ребенка, которого родила Аня. Да уж, действительно святая женщина. Присаживайтесь. Вы не возражаете, если я наш разговор на видеокамеру запишу? Ну, чтобы не упустить каких-то нюансов. Скажите, Михаил Васильевич, а вот с Анной вы какой-нибудь договор подписывали? Да, конечно. Вот он у меня с собой. Согласно которому Анна Агеева, с одной стороны, обязуется передать родившегося у нее ребенка в семью Баланиных на воспитание и официально отказывается от родительских прав на него. Баланины, с другой стороны, обязуются оплачивать питание, проживание, медикаменты, фитнес, аквагимнастику и психологическую подготовку в период беременности, дополнительное сервисное медобслуживание во время родов и в послеродовой период, а также передать ей деньги в сумме $5000. Дорогая, это Игорь Петрович. Игорь Петрович, это моя жена Нина Васильевна. Очень приятно, Нина Васильевна. Присаживайтесь, пожалуйста. Вы их найдете, да? Мальчика нашего? Обязательно. Вы ведь знаете, как он дорог Михаилу? Ну, нам, конечно. Обоим. Да, я понимаю. Михаил Баланин рассказал, что снял для Анны на период беременности приличную квартиру. До того Анна жила в деревне, а потом на съемной квартире со своей теткой. Тетка переехала в город несколько лет назад и работает штукатуром. А я однажды был у нее. А улица Павлова, дом 8, квартира 17. А фамилия тетки не помните? А Евсеева Валентина Яковлевна. Вот ее домашний и сотовый телефон. Аня дала на всякий случай. Угу, очень хорошо. А скажите, тетка знала о вашем договоре с Анной? Знала, конечно. Только не одобряла. Говорила, не по-людски это все. Вот у нас бы в деревне. Вы знаете, мы даже медсестру наняли для Ани в роддоме, чтобы ухаживала за ней. Вы понимаете, украли ее. А ребенка будут использовать в качестве донора. Ну там, не знаю, печень, селезенка, что еще? Ой, Михаил, прекрати, а. Будь мужчиной. Игорь Петрович, видите ли, отношения с Аней у нас были очень прекрасные. Она мне даже сказала, куда она собирается тратить свои деньги. Вот как? Да, она хотела купить дом у себя в родной деревне. Я даже не представляю, что могло повлиять на ее планы. Я думаю, мы разберемся. Вы раньше времени не паникуйте. Вот. Будем работать. Всего доброго. Спасибо. Юля, вместе с Сережей ко мне зайдите. Лукин поручил помощникам наблюдение за теткой пропавшей Анны. Кто там? Чего надо? Здравствуйте, Валентина Яковлевна. Я подруга Ани. Здрасте. Здравствуйте. Ой, а что это у вас такое? Да ничего. Ну ладно, давай, проходи, подруга.
Чего стоишь? Садись. Помогать будешь. Ой. Косточки сюда, сюда. Как зовут тебя? Катя Осипова. Ой, Катя. Одна живешь, Катя? Ну да. Так. Ага. Слушай, Катя, а хочешь, я тебе жениха найду, а? Есть у меня на примете один человек. Ой, солидный, серьезный. Да нет, спасибо. Я как-то даже не думала об... Вы знаете... Здрасте, не думала она. Да каждая девушка должна об этом думать постоянно. Поняла меня? Вот глупая-то, а? Ну, ладно, говори. Че пришла? Я сегодня в роддоме узнала, что Аню с сыном выписали. Я пришла на квартиру, которую ей снимал Михаил Васильевич. Ее там нет. Тут и у Баланиных ее нет. Я думаю, что она у вас. Что? Как нет? И что, точно у Баланиных ее нет? Господи, ничего не понимаю. Куда же она запропастилась-то? Ой, мамочки. Ну надо же, а? Ну, что же делать-то? Ну, представляешь, главное, мне не позвонила. Тетка, ну, ни в грош не ставит. Да, да что ж такое, Господи, ну где же ее искать-то? Юля установила в квартире Евсеевой камеру скрытого наблюдения. Господи, ну надо же. Ну что теперь делать? Ну ты представляешь, ведь я ее из деревни в город вытащила. Хотела по-человечески, серьезно, выдать замуж за хорошего, солидного человека. А она... Я не знаю, она ребенка от этого бизнесмена прижила. Нет, ты представляешь, а? Господи. Так, ты точно ничего не знаешь, а? Но... Ты знаешь, может, она куда-то собиралась, она себе ничего не говорила? Да ничего она мне не говорила. Я думала, что вы... Валентина Яковлевна, я, наверное, пойду, хорошо? Ну, иди, иди. Иди, дорогая, иди. Ну, что там? Да ничего особенного. Помощники детектива продолжали наблюдение за Евсеевой. Слежка привела к дому Баланиных. Кто там? Это я, Нина Васильевна. Открывайте. Что вам угодно? Где Анька и Коленька? Перепродали благодетели? Это я у вас должна спросить. Ваша племянница и ее сын. Что? Я ведь прекрасно знаю, что наш договор вам не нравился. А вам бы вообще ребенка в нищете вырасти, а потом в деревню свиней кормить. Да хоть бы так, хоть бы так. Но ребенок должен с матерью быть. Это по-нашенски. А по-вашенски сидеть вот только и жрать вот это мясо свиное, да над чужими детьми измываться. Испугалась, да? Ну прекрати орать! Где Анька? Говори! Ты соседей перепугаешь. Я вообще сейчас милицию вызову. А где твоя Анька, я не знаю. Честно говоря, предполагала, что у вас. А хотя вряд ли. Вы ведь ее, кажется, за какого-то Мальцева хотели выдать. Поэтому она вас не очень-то любит. Откуда ты знаешь? Откуда вы знаете про это? Аня мне сама сказала. Плакала. Извините, у меня очень много дел. Вот дуранька. Ой, растрандела про Мальцева. Нашла кому. Ой, девка.
Детектив Лукин стал свидетелем скандала в роддоме. Пропала молодая мама с новорожденным. Выяснилось, что отец ребенка Михаил Баланин – бизнесмен, а мать – молоденькая малярша Анна, работавшая у Баланина в доме. Случайная связь привела к рождению ребенка, но жена Баланина, Нина, простила его. Своих детей в семье Баланиных не было. Нина предложила любовнице мужа усыновить ребенка. Более того, заплатить ей за это деньги. И вот Анна пропала. Где она, не знает даже тетка, с которой она жила. Игорь Петрович, в разговоре между Евсеевой и Баланиной всплыл некий Мальцев. Значит, Сережа, продолжайте вести наблюдение за Евсеевой, а я постараюсь выяснить, кто такой Мальцев. Угу. Беда. Анька пропала. Да. Приходите, да. Куда племянницу спрятала? Ну хватит уже шутки со мной шутить. Надоели твои басни. Да, ну какие басни, Павел Иванович? Ну честное слово, Павел Иванович. Ну, слушайте, Павел Иванович, смотрите, кокошки какие. А давайте по карамулечке, мне такая водочка. Давайте. Так, сейчас. Вот. Сейчас. Давайте выпьем. Господи, что же делать-то? Ну ладно. Сюда. Сейчас можно и по грамулечке, да. А побожа? Да, Павел Иванович. Через недельку-то. Да, чего? Чтоб деньги твои за проживание в этой квартире лежали вот здесь, рядом с этой рюмашечкой. Осладишь дело? Так можно будет и о прописке поговорить. Ой, спасибо. Лукин позвонил Нине Баланиной и выяснил, Мальцев Павел Иванович живет в соседнем подъезде с Евсеевой и сдает ей квартиру. Анна рассказывала Баланиной, что очень нравится Мальцеву, и он готов на ней жениться, несмотря на то, что у нее ребенок. Сережа, ну как у вас там дела? К Евсеевой заходил некто Павел Иванович и требует оплатить задолженность по квартире. Так вот это и есть Мальцев. Он живет в соседнем подъезде в 25-й квартире. Ну-ка, пощупайте-ка его. Угу. Сереж, что вам пошли? Чтобы выполнить задание Лукина, Сергей и Юля придумали план. Убежал, гад. Ну, может быть, поднимемся ко мне? Я тут этажом выше живу. Умоетесь, приведете в порядок. Пойдемте. Спасибо вам большое. Пойдемте. Проходите. Вот зеркало. Кофе сварить? Да, давайте чай, наверное, лучше. Сейчас, минуточку. Спасибо. Кстати, забыл представиться. Меня зовут Мальцев Павел Иванович. Можно просто Павел. Очень приятно. А Соня Романова. Я квартиру собираюсь снимать. А у вас в подъезде сдают, я объявление читала. Так я готов вам помочь. Из квартиры, которую я сдаю, через неделю съезжает жилец. Я готов вселить вас. Да вы что? Спасибо. Хорошо бы было. Чай готов. Вы знаете, я тороплюсь очень. Давайте вы мне свой телефон оставите, и я вам обязательно перезвоню. Только обязательно позвоните. Хорошо. А то, как видите, опасно это дело, ходить по подъездам, квартиру искать. Спасибо вам большое. Я вам позвоню. До свидания. Во время своего визита к Мальцеву Юля установила камеру видеонаблюдения и у него в квартире. Алло, Яковлевна, ты меня хорошо слышишь? Ты помнишь, что я тебе час назад сказал? Так вот, через неделю съезжай. Да раньше нужно было разговаривать с Анной. И тебя бы не обидел. И она бы у меня не щихлебала.
Ну все, все, закончили. Все. На меня еще и не такие западают. Сволочь! Лукин решил встретиться с медсестрой Кирой Пановой, нанятой Баланиным для персонального ухода за Анной Агеевой. Девушка сообщила, что ничего необычного в день выписки Анны из роддома не заметила. Разве что перед самой выпиской звонила тетка, и Анна разговаривала с ней достаточно резко, а потом быстро уехала на такси, так и не дождавшись Баланина. Некоторые детали в поведении Киры показались Лукину подозрительными, например, то, как она прятала в своей сумке пакет с подгузниками. Лукин решил проследить за девушкой. Ради бога. Мне поговорить надо с вами. О чем? Если я о Панне, то не стоит... Мне деньги нужны. Ох, как нужны деньги. Пожалуйста. Мать от меня гонит с квартиры. Я за 2 месяца задолжала. Денег? Пожалуйста. Не дам. Выкручивайтесь сами. Михаил Васильевич. Я и так вашу племянницу столько вложил. Ну как? Она исчезла. Ну, Мих... Найдется, поговорим. Да уж ты-то вложил, кобелина проклятый. Ну и черт с тобой. Вот. Лукин выяснил адрес дома, в который Панова зашла с пакетом подгузников в сумке. Не прячет ли Кира Анну и ее ребенка? Лукин поручил выяснить это своим помощникам. Сергей и Юля в это время продолжали наблюдение за Евсеевой. Дай еще месяц, я тебя очень прошу. Я достану деньги, обещаю, но клянусь. То, что твоя племянница через подругу мне деньги передала и долг вернула, это ничего не значит. Я сказал, через неделю съезжай. Деньги? Какие деньги? Я ничего не понимаю. Ну все, 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 закончили разговор. Давай, мне некогда. Какая подруга? Павел Иванович. Получив от помощников информацию, что Анна через какую-то загадочную подругу якобы заплатила Мальцеву долг, Лукин решил выяснить, не давал ли Баланин Анне крупных денег. Давал, конечно. Ну так, по мелочи. Только вы жене не говорите, хорошо? Ну, вы же сами понимаете, там кофточка, сумочка. Но крупных сумм нет, не давал. Лукин сопоставил факты. Странный звонок в день выписки, неожиданно появившиеся деньги, появление загадочной подруги. Неужели все-таки Панова? Похоже, она. Игорь Петрович говорил, что она родила мальчика, так? Ну, да, вроде да. Какой у вас мальчик чудный. Это девочка. Ну что ж, Панова, версия ложная. Вот что, дай-ка мне телефон этого Мальцева. Так. Здравствуйте, Павел Иванович. Я частный детектив. Меня зовут Игорь Лукин. Да-да, ищем. Конечно, ищем. Вы мне не опишете подругу Анны, ну, та, которая внесла за нее задолженность за квартиру? Угу. Так. Угу. Спасибо. Ну, надеюсь, что поможет. Да-да, спасибо. Михаил Васильевич, это моя помощница Юля. Она в курсе вашего дела. А что произошло-то? Проходите, проходите. Из нашей квартиры исчезли деньги. Из какой? У вас же их две. Ну, конечно, из той, где мы с Ниной живем. Я их специально для Ани отложил. А может, вы просто не помните, куда положили? Во, жена точно так же говорит. Дескать, вспоминай, куда засунул. У тебя так 100 раз было. Спрячешь, а потом не можешь найти. Ну, а может быть, Нина Васильевна действительно права? И надо просто вспомнить, куда положили деньги? Да что вы из меня идиота делаете? Я еще пока в своем уме. И до старческого маразма мне далеко. Михаил Васильевич, а может быть, дело вовсе не в маразме, а в излишней доверчивости? Вот что, отправляйтесь домой. Игорь Петрович, а вы что, знаете кто? Ну, есть кое-какие соображения. Но надо еще все проверить.
Детектив Лукин расследует дело о пропаже молодой матери с ребенком. Молоденькая малярша Анна забеременела от бизнесмена Баланина. Супруги Баланины, у которых не было своих детей, решили усыновить ребенка. До беременности Анна жила с теткой Евсеевой. Тетка хотела выдать Анну замуж за некоего Мальцева, который сдавал им квартиру. Тот готов был взять молоденькую девушку даже с чужим ребенком и обещал Евсеевой за удачное сводничество простить долг за квартиру. Но девушка пропала. Одновременно Мальцеву вернули долг, а из дома Баланиных исчезла крупная сумма денег. Ой! Девушка, ну что ж вы так... Юля! Ну что, Юля? Что ты будешь делать, а? Юля опустила в сумку Баланина прослушивающее устройство. О, спасибо. Ну ничего, бывает. Ну, женщина особенно. Спасибо. Я в 220-ю. Аня, это я. Я купила тебе билет на поезд. Отправление поезда сегодня в 15:12, 7-й вагон. Я за тобой заеду за час до отправления. Отвезу на вокзал. Деньги не забудь хорошо спрятать. Сумма-то приличная. Дом в своей деревне купишь. Зачем тебе город? Да, конечно, незачем. Ладно, не буду тебе мешать. Алло, Игорь Петрович. Ну что, в порядке все? Нашла же наша Анна с ребенком? Михаил Васильевич, нам необходимо встретиться. В 14:20 я за вами заеду. Ну и зачем вы меня сюда пригласили? Ну имейте терпение. Сейчас подойдут поезд, и наступит развязка вашей истории. Подождите. Ну, вот ваша пропажа. Так ты все знала? Аня, а в чем дело? Где ты была? А я тебя никому не отдам, понимаешь? Никому! Ты мой! Но я не собирался тебя бросать. Да? Мы же хотели воспитывать Коленьку вместе. Представляешь, я и с пеленками? А девка твоя, интересно, где должна быть? А ты, Даша, ты вообще неплохо устроился. Я, значит, буду тебе говорить, как деньги зарабатывать, как одеваться, что говорить. А ты будешь с молодой любовницей кайф ловить, да? А мне на 8 марта цветочки дарить. Или, может быть, на браслетик расщедришься? Нет уж, милый, хватит. Выбирай. Или умная жена, или да здравствует деревенская Русь. А, в принципе, знаешь, неплохое начало. Молодая любовница, сын. $5000. Значит, он мне всю правду говорил, что вы на него давите, за дурачка его держите. Это он тебе сказал? Да. На жалость тоже. Подлец. Тихо, тихо, тихо. Давайте только без рукоприкладства. Я сейчас все объясню. Ваша жена вам подыгрывала. Ну а как же, она ведь боялась, что вы уйдете к молодой матери своего ребенка. Вот она все это и придумала. Да, боялась. И буду бояться, пока не увижу хвост вот этого вот поезда, на котором уедет в свою деревню. Мать с ее сыном. Я хочу жить с Мишей, потому что мне так хорошо. И больше мне никого и ничего не надо. Так вот ты какая у меня, Нина. Миш, ты чё? Ты же сам этого хотел, да ведь? Пускай едет. А кроме собственного комфорта в этой жизни тебя что-нибудь интересует? Ты о чем, Миш? Пойдем домой.
Ты понимаешь, что я сейчас дважды предал своего ребенка? Дважды! Мишенька, это просто недоразумение, ты понимаешь? Просто недоразумение. Она сама это выбрала. Она сейчас домик в деревне купит, понимаешь? И дитё на природе будет. Все нормально, все хорошо, Миш. Хвост поезда, увозящего Анну с ребенком в родную деревню, и успокоилась. Но напрасно. Баланин ушел от жены. Через год он женился на Анне. Около кафе, неподалеку от офиса, где детектив Алексей Насонов обычно обедал, он увидел знакомого милиционера и подошел поздороваться. Плохо, понимаете? Там врач со скорой, пожалуйста. Сейчас, успокойтесь. Сейчас убийца убежит, пока вы здесь успокойтесь, успокойтесь. Чего успокаиваться? Я вас прекрасно слышу, поймите. Там сам скорая, там врач, еще. Поймите. Ему плохо, плохо, вы плохо. Не паникуйте, плохо. Пожалуйста, успокойтесь. Мой, он жив, он просто без сознания. Сейчас его отвезут в больницу, помогите, и там ему помогут. Помогите, это будет намного лучше. А в остальном мы просто разберемся. Пожалуйста. Ну как дела? Сейчас на такси. Какими судьбами? У нас все в порядке. У вас что случилось? Ну вот женщина позвонила, сообщила, что сына на свадьбе убили. Вот. Вы частный детектив, да? Я вас прошу, пожалуйста, голубчик. Я вас прошу, пойдемте со мной. Пойдемте, пойдемте. Я пойду, если милиция не возражает. Пойдемте, ну пойдемте, что ж нам возражать? Пойдемте, пошли пойдемте, посмотрим. Пойдемте, пойдемте. Ну что тут? Что с ним? Странно. Но кажется, у него кома. Я сейчас отвезу его в больницу. Через часа два вам сообщу точный диагноз. Что теперь будет-то? Я пойду за носилками. Что будет? Убери руки свои! Что будет? Тюрьма кое-кому будет. Вот что, милочка моя, будет. И не дотрагивайся до моего Павлика. Что мы теперь гостям-то скажем? А то и скажешь, что отравить хотела моего сына. Да не получилось у тебя ничего. Да что Машенька, вы такое говорите, Анна Петровна? Машенька, да как вам не стыдно? Машенька, сыночек мой милый, убери руки! Это мне-то должно быть стыдно. Вот он, мой Пашенька, мой единственный сыночек здесь лежит. Это тебе должно быть стыдно. Тебе должно быть стыдно. Пашенька, мы сейчас с тобой в больницу поедем. Мы сейчас с тобой я в больницу. Убери руки. Нет, милая моя, ты уже все, что можно было сделать, уже здесь сделала. Иди вон теперь к гостям, объясняйся с ними. Анна Петровна, можно я тоже с вами поеду? Илюш, спасибо тебе большое. Ну, иди лучше к гостям. Скажи, что у Павлика с сердцем плохо стало. А я тебе потом позвоню. Хорошо. Все будет хорошо, Анна Петровна. Как я могу с вами связаться? Вот, вот моя визитка. Звоните в любое время. Хорошо. Ладно, я пока здесь. Я прошу свидетеля, очевидца, то, что видел. Попробуй что-нибудь узнать. Подожди, скажи, а кто его обнаружил? Ты знаешь, по словам его матери, кто-то из гостей выходил покурить, и тут он лежит. Ну, соответственно, вызвали скорую и нас. Ну, так было. Понятно. Ну что, хорошо, спасибо, иди трудись. Все, счастливо. Я только что из больницы. Мне врачи все рассказали, объяснили. Кома – это результат удара сильного по голове. Я в курсе, мне звонили из милиции.
И надо же, как раз вот именно в то место, где у него ранка была. Какая ранка? Года полтора тому назад он в аварию попал. Ехал на мотоцикле без шлема и попал в сильную аварию. И ему даже кость удаляли из головы. И удар вот именно в это место пришелся. Скажите, а молодая жена знала вот об этой травме вашего сына? Ой, да, конечно, знала. Они же и познакомились там. Она же вот в этой вот клинике медсестрой работала. А вы сами-то что думаете? Кого подозреваете? Ну вот, про молодую жену я уже все понял. А еще? Да я даже не знаю, кого я могу подозревать. У Павла уж не было врагов. А сын ваш вообще чем занимается? Он вместе со своим другом компьютерами занимается. А друга этого как зовут? Илюш Плахин. А вот с этим другом отношения у него нормальные? Все-таки, знаете, бизнес – штука тонкая. Они с Илюшей дружат еще с института. Он даже Илюше помог квартиру купить, когда он с женой развелся. Деньгами ему помог. А Илья вернул вашему сыну долг? Ой, ну вот это я вам сказать не могу. Не знаю, я в их дела не лезу. А адрес клиники, где работает Елена, вы знаете? Конечно, знаю. Сколько раз ездила-то туда. Улица Садовая, дом 5. Анна Петровна, мы обязательно немедленно возьмемся за ваше дело. Как только мне станет что-то известно, я вам сразу позвоню и сообщу в милицию. Спасибо вам большое. Детективы установили наблюдение за Еленой, и сразу выяснилось, что девушка имеет весьма близкие отношения с каким-то молодым человеком. Ну что делать-то будем? С пропиской, походу, накрывается все. Тебе слышно, о чем они говорят? Ну, слышно, слышно. Мамаша его на меня всех собак спустила. И как с такой жить? Лучше сразу повеситься. Или ее удушить, что ли? Да, судя по всему, молодая не сильно горюет по лежащему в коме мужу. Да уж, это точно. Я на работе. Нет, сегодня не приеду, и у меня много работы. Какое уголовное дело? Да что вы говорите, Анна Петровна? Алло! Вот стерва, трубку бросила. Она мне сказала, что уголовное дело собираются заводить. Все нормально? Все нормально, Аня. Ты снимай. Что делать будем? Свадьба твоя дурацкая. Пошли машину ловить. Ну чего, поехали? Ну да. Все, сейчас уже слышно, ничего не будет. Ну давай, не отставать. Детективы проследили за Еленой и ее спутником и увидели, как те приехали в какую-то квартиру и остались там на ночь. Ну что, мать Павла Колосова, оказывается, не так уж и не права, подозревая свою невестку. Кстати, этого парня я видел в ресторане. Да, но я только вот не понимаю, зачем убивать молодого супруга, тем более в день свадьбы. Ну а кто говорит убивать? В таком состоянии он может пробыть достаточно долго. А молодая все это время будет на вполне законных основаниях пользоваться его имуществом. И мать Павла ей в этом не помеха. А то, что девица ушла и ситуацию не упустит, это и так видно. Вы думаете, все-таки это их рук дело? Возможно. Будем наблюдать за ними дальше. Надо выяснить, что это за парень, где и кем работает. Угу, ясно. Тогда за работу. Судя по всему, молодой человек тоже работал в той самой клинике. Помощница детектива под видом медсестры прошла за ним в хирургию. Ну что расскажешь, медсестричка? Расскажу все, что узнала. Значит, фамилия это Дмитрия Старцев. Он проходит ординатуру в этой клинике в хирургическом отделении. Там, где работает медсестрой Елена Зимина. И где, по словам нашей клиентки, после аварии находился Павел Колосов. О, как. Вот понятно. Так. Достаточно, я считаю. Пойдемте. Елена и Дмитрий лихорадочно разыскивали какую-то кассету. В офисе все-таки сотрудники, там лишние уши, а вам они совершенно ни к чему, тем более в вашей ситуации. Все-таки убийство – дело не шуточное. Мне уже из милиции звонили.
и просили эту кассетку им переслать. Как звонили? Мы же с вами неофициально договаривались. Откуда они телефон знают? Ну, девочка моя, официально, неофициально. Звонили, значит, звонили. А вы хотите, чтобы я такую улику вам просто так отдал? Меня же за мажай загонят. Ну, а копию-то вы нам сделаете? Ну, копию, может быть, и сделаю. Только вот есть одна загвоздочка. Поняли, поняли. Сколько? 500. Вы что, очумели, что ли? Вы за съемку с нас 3 раза меньше взяли. Короче, не хотите, как хотите. Думайте сами. Все, понятно, понятно. Пошли. Ну что, кое-что мы уже знаем. Пора пообщаться с нашей соломенной вдовушкой и ее приятелем. Ждите меня здесь. К детективам обратилась Анна Петровна Колосова. Кто-то напал и ударил по голове ее сына Павла. Он находится в коме. Произошло это в тот момент, когда Павел отмечал свое бракосочетание в кафе. Анна Петровна уверена, что все подстроила ее новая невестка Елена, которая, как считает Колосова, вышла замуж за ее сына из-за денег и прописки. В результате наблюдения за Еленой выяснилось, что она имеет довольно близкие отношения с неким Дмитрием, который тоже был на этой свадьбе. Елена и ее друг ищут кассету с видеозаписью свадьбы. Возможно, они хотят скрыть важные улики. Елена, здравствуйте. Можно вас на минуту? Ну, вспоминайте, вспоминайте. Ваша свадьба, ресторан. Я частный детектив. Ах, да. А что вы здесь делаете? Ну, я-то здесь по работе. А вы только что встречались с человеком, и речь шла о кассете. Кассета с записью вашей свадьбы. Что вы хотели увидеть на кассете? Так, значит, это Анна Петровна поручила вам следить за мной? Не надо ему ничего говорить. Он не имеет тебе права допрашивать. Молодой человек совершенно прав, я не имею права вас допрашивать. Но я обязан все полученные мной материалы передать в следствие. И я думаю, там заинтересуются вашим поведением. Так что вас интересовало на кассете? Свадебная кассета, там вся церемония и ресторан. Дима просто сказал, что там может быть человек, который выходил с моим мужем в коридор. То есть вы хотели на кассете увидеть человека, который, возможно, напал на вашего мужа? Ну, не совсем так. Это, скорее всего, доказательство того, что мы не делали, я и Дима. Тогда давайте так, звоните вашему, как его? Горский Евгений Петрович. Да-да, звоните Горскому Евгению Петровичу и говорите, что вы принесли деньги. А как же? Не волнуйтесь, я думаю, я найду с ним общий язык. Звоните. Хорошо. Алло. Это снова мы на улице, мы принесли деньги. Выйдет. Где кассета? Понимаете, ее нужно еще разыскать, сделать копию. А мы деньги принесли. Какие деньги? $500, которые вы просили. Я? У вас? Я у вас ничего не просил. Простите, а мы с вами нигде раньше не встречались? Да, возможно. Как это не просили? 15 минут назад вы сказали, что вам нужно $500. Молодые люди. Если вам нужна ваша видеозапись, ваша свадьба, то так и скажите. И не надо мне катать по мозгам, хорошо? Какие деньги? Какие доллары вообще? О чем идет речь? О чем? Стойте здесь, сейчас приду. Он только что просил деньги, только что. Ну, такое бывает с людьми. Довольно часто бывает, особенно с такими, как Евгений Петрович. Что-то я все равно ничего не понимаю. Вот ваша запись. Спасибо большое. Мы вам ничего не должны. Нет, что вы. Всегда готов помочь хорошим людям. Заходите к нам еще. Всего доброго. Обязательно зайду. У меня к вам предложение. Сейчас едем в мой офис и смотрим записи. У нас сейчас обеденный перерыв, мы не успеем. Тогда вот что. Приезжайте после работы ко мне в офис. Вот визитная карточка, здесь адрес. Посмотрим вместе. К тому же у меня все равно к вам много вопросов. Договорились? Буду вас с нетерпением ждать. Алексей Викторович, это вот что? Гипноз? Мы же с вами ушами слышали, как он с них денег хотел слупить, а потом все бесплатно отдал, так еще и заходить приглашал. Ну, насчет заходить приглашал, это Евгений Петрович Горский немножечко лукавил. А 5 лет назад возбуждали мы уголовное дело против него за распространение порнографии. Тогда он отделался... Условным сроком он тогда отделался. У Анны Петровны произошло ЧП, и она попросила детективов срочно приехать. Кто-то хотел влезть в мою квартиру. А когда именно? Ну, вот как раз, когда я была у вас.
соседка выходит на лестничную клетку и видит, что какой-то мужчина возле моей двери что-то делает. Она ему говорит: «Вы кому? Анна Петровна дома нет». Подождите, она его внешне запомнила? Нет, говорит, что не запомнила. Он как ее услыхал, он как подскочит, а в двери-то, в двери, остаток от ключа остался. А в милицию обращались? Ну а как же? И в милицию обращалась, и в ДЭС обращалась. Все приехали. И что-то возле моей двери копошились, что-то там делали. Ну, а как иначе-то? Иначе как бы я домой-то к себе попала? И вы знаете, что самое интересное? Вот когда они слесарь-то вытащил этот остаток-то от ключа, оказалось, что это от старого замка, который у меня раньше стоял. Я где-то, наверное, месяц тому назад замок поменяла. Понятно, интересно. Что, простой квартирный воришка? Откуда у него ключи от вашей квартиры? Вы ключи-то раньше не теряли? Да нет, вы знаете, ключи я не теряла. Алексей Викторович, не готов ставить камеру. Тогда ставьте. Вот видите, это мы еще в ЗАГСе. Вот это вот все свидетели со стороны невесты Елены этой прекрасной. А это вот Илюша, друг и компаньон Павлика. А вот здесь мы уже в ресторане. Ой, Павлик молодец, такой хороший ресторан нашел. Вы знаете, все очень прилично и дешево. Прекрасно. Да, да, да. Подождите. Отмотать можно немножко? Да, конечно. Надо же. Кто? Что вас так удивило? Видите эту женщину? Это же Татьяна. Татьяна? Да, это Татьяна. Это первая жена Павлика. Вот уж кого не думала там увидеть. Она там вообще не должна была быть. Что она там делает? Любопытно. А какие отношения у нее с вашим сыном сложились после развода? Да какие отношения? Плохие, конечно, отношения. У них очень суд тяжело проходил. Имущество долго не могли поделить. Ведь им, женам-то, что подавать-то? Имущество им подавай. А ты попробуй сначала это имущество заработай. Ну, кричала она на суде даже на него. И грозилась, при всех грозилась. А адрес этой Татьяны вы знаете? Конечно, знаю. Она же у Павлыши, у моего, дачу отсудила. И вот теперь она там живет, на этой даче. Это 30 километров от города. А по какому шоссе? По Зеленодольскому шоссе, поселок Михайловское. А в поселке как найти? А улица Народная, дом 20. Хорошо, я пошлю по этому адресу помощников своих, мы установим за ней наблюдение. Анна Петровна, а скажите, вот как вы считаете, вот бывшая жена вашего сына могла на него напасть, ударить его? Это-то все что угодно могла. Змеище. Не везет Павлуша на жен. Извините. Да. Да, это я, Елена. Нет, не могу. Занята. Конечно, Леночка. Конечно, о чем разговор? Приезжай ко мне, ну вот, хотя бы сегодня вечером приезжай, я буду ждать тебя. Приезжай, Леночка, приезжай. Ну надо же, чудеса. Чудеса, ну никак не ожидала. Вы знаете, она сейчас звонила, Елена, ну жена Павлика-то, и сказала, что она отказывается от всего имущества Павлика. И от денег отказывается, от всего отказывается. Готова бумагу написать. Ну, никак я не ожидала такого. Помощница детектива разыскала дачный поселок, где проживает первая жена Павла, Татьяна. Алло. Алексей Викторович, это я. Я нашла дачу Татьяны, но на даче ее нет, она сейчас ее сдает. Там жильцы живут. Жильцы, естественно, не знают, куда она уехала, где она. Она обещала, что раз в месяц будет приезжать за деньгами. Что делать будем? Плохо. Где теперь ее искать? Хотя, подожди секунду, у тебя фотография далеко? Возьми ее фотографию, посмотри повнимательнее. Видишь, у нее на блузке какой-то бейдж. 50 секунд. Взяла? Да, есть и что. Бейдж, видишь? Да.
А это значит, что вряд ли она будет с бейджем по улицам ходить. Значит так, поезжай в этот ресторан, где была свадьба. И выясни, какие организации обслуживали. Ну, массовики, затейники, видео, фотосъемка. В общем, все. Понятно? Угу, хорошо. Ладно, поняла, ясно. Давай. Подходя к тому самому ресторану, где происходила роковая свадьба, помощница детектива буквально нос к носу столкнулась с Татьяной. Детектив оказался прав. Судя по всему, Татьяна действительно оказалась в ресторане не случайно. На выходе она выбросила в урну для мусора какой-то предмет, завернутый в бумагу. Помощница осторожно достала из урны очень увесистый сверток. К детективам обратилась Анна Петровна Колосова. Ее сын Павел находится в коме в результате удара, полученного по голове на собственной свадьбе. Колосова уверена, что ее новая невестка Елена организовала нападение на Павла, поскольку вышла за него замуж по расчету. Наблюдение, установленное за Еленой, показало, что та не очень-то грустит по лежащему в коме мужу. На пленке с видеозаписью свадьбы детективы обнаружили женщину, которой там быть просто не могло. За молодыми тайно наблюдала бывшая жена Павла, Татьяна. Оказывается, бывшая жена Павла Колосова, Татьяна, работает в том самом ресторане, метродотелем. Значит, я проводила после работы Татьяну до дома. У нее, кажется, есть квартира в нашем городе. А вот это она выбросила в урну. Интересно. Да уж, с таким приборчиком по башке дал. И привет родным и близким. И я того же мнения. Пора, значит, навестить его старшую жену. Иван, оставайся в офисе. Лен, мы с тобой поехали. Угу. Давай, пока, Ваня. Пока. Странно. А это точно та квартира? Абсолютно точно. Она открывала эту дверь своим ключом. Ну ладно, раз уж пришли. Хозяева, есть кто-нибудь дома? Татьяна? Татьяна, где она? Помогите! Что произошло с вами-то? Все в порядке? Да какое в порядке? Вы что, не видите? Ау! Лен, вызывай милицию. Скажи, что ограбление. Да не ограбили меня. Он кричал так хрипло на меня и документы какие-то требовал. О, боже. Документы искал, в комоде все перерыл. Татьяна, я частный детектив. Я занимаюсь расследованием нападения на вашего бывшего мужа. Ответьте на такой вопрос. Вот эта вот вещь ваша? А где вы ее взяли? Ну, это не важно. Ваш же предмет. Да. Я только сегодня ее выбросила. Я год ее с собой носила. Я на даче жила. Для самоуспокоения. Мне 2 километра идти пешком от платформы. Вот и носила ее с собой в сумке. А сейчас? А сейчас? Ну, что мне такую тяжесть с собой таскать? Я квартиру эту сняла, дачу свою сдала. Все нормально, вот и выбросила ее сегодня. Сейчас, извините. Да, Анна Петровна. Мне сегодня кто-то несколько раз звонил по телефону. Алексей Викторович, пожалуйста, приезжайте. Мне кажется, это он. И еще, у меня сегодня в универсаме сумочка пропала из тележки. Правда, потом нашлась на кассе. А из сумочки ничего не пропало? Да нет, вроде бы ничего не пропало. Я внимательно посмотрела. Так вы приедете, Алексей Викторович? Да, хорошо, хорошо. Конечно, я приеду. Да, вот еще что. Павлик из комы вышел. Правда, врачи говорят, что слабо еще, не говорит. Хорошо, я подъеду. А почему вы за мной следите? Я ведь правильно поняла? Да, все правильно. Мы проверяем всех, кто может иметь отношение к нападению на вашего бывшего мужа. Так вы что же думаете, что я его этим стукнула? Глупость какая. Дайте, незачем это делать. Он... сволочка, что-то порядочная. Специально свою свадьбу устроила в моем ресторане, чтобы я на него с его новой женой посмотрела. Вы ее видели? Такая же дура, как и я. Поверила в его обещание красивой жизни.
Татьяна, мне сейчас позвонила Анна Петровна, надо ехать срочно к ней. С вами останется моя помощница Лена. Лен, дожидаешься милиции, все объясняешь, а я с Иваном Каней Петровной. Ну, хорошо. А когда был последний странный звонок? Ну, где-то, наверное, полчаса, я вам сразу после этого и позвонила. Анна Петровна, а посмотрите повнимательнее, из сумки точно ничего не пропало? Сейчас я посмотрю. Кошелек на месте. Это на месте. Ключи на месте. Можно я ключи посмотрю? Да, конечно. Ух ты! А знаете, Анна Петровна, ваша сумка не просто так пропадала. За это время кто-то успел сделать слепки с ваших ключей. Это как? А вы смотрите, видите вот здесь следы? Это, скорее всего, пластилин. И что это означает? А означает это, что мы сделаем вот что. Да, 50 тысяч долларов большие деньги. Отпусти, больно! Татьяне тоже было больно. И Павлу, наверное, тоже было больно. Понимаю. Саша! Это же ты, Павел, а? На пленке остался, как ты вместе с ним выходил. Да я не специально. А я поговорить с ним хотел. А он меня послал. Представляете? Предложил мне долю свою в бизнесе ему отдать. А это больше, чем 50 тысяч. Ну, тут я хотел его в морду дать, а он, дурак, голову опустил. Вот так все и было. Не специально, понимаете? Не специально. Что касается фирмы, то мне кажется, Плахин не соврал, когда сказал, что Илья предложил погасить долг за выход из фирмы. Но тут Илья сильно разозлился. Друзья все-таки. Но когда в дружбу вмешиваются деньги... Так что, мне кажется, Анна Петровна, ваш сын отчасти сам виноват в том, что с ним произошло. Бедный мой мальчик. В отношении Ильи Плахина было возбуждено уголовное дело, и в настоящее время он находится под стражей. Павел развелся с Еленой, но в свой поселок она не вернулась. Сейчас она собирается выходить замуж за Дмитрия.